В Линске любители хоккея создали клуб. Вот уже несколько месяцев каждый вечер молодые люди проводят на ледовом поле. Идея объединиться пришла внезапно. Сегодня ребята не только тренируются сами, но и набрали детскую команду, которая с таким же удовольствием, как и ее наставники, играет в хоккей. Хоккейный клуб «Северный легион» был создан в Ленске в конце прошлого года. Команда объединила профессиональных хоккеистов и просто любителей этого вида спорта. По зову души в клуб пришли индивидуальные предприниматели, руководители транспортных компаний, водители. Теперь всех этих людей, когда-то даже незнакомых, объединяет общая цель – популяризация хоккея у нас в районе. Хотим выйти на профессиональный уровень, то есть хотим развиваться, заявиться на республику, заявиться на Дальний Восток. Но это все в будущем, и думаем, этого постараемся достигнуть, будем достигать этого. А достигнуть поставленных целей клубу удастся с помощью опытных тренеров, долгое время игравших в профессиональных командах. История клуба насчитывает буквально несколько месяцев, но за этот недолгий период команда уже приняла участие в нескольких играх. И, надо сказать, сыграла отлично, заняв каждый из них лидирующие места. Сегодня, уверенные в своих навыках и силах, легионеры создали при клубе детскую команду. Это дети с 4 до 8 лет. Команда находится полностью под шефством клуба. Вот они находятся под нашим шефством, мы их полностью там помогаем, там обучаем. КФК выделяет, у нас есть два профессиональных тренера, один защита, второй нападение. Это вот Шедриков Борис и вот Иван у нас новый приехал. Они профессионально играли в хоккей. Вот и сейчас постепенно у нас молодежь растет, мы учим. Хоккей, не побоюсь сказать, самый популярный и любимый вид спорта среди детей. Да это и неудивительно. Он сочетает в себе все то, что любят дети. Это друзья, общение, свежий воздух и, конечно же, командная игра. Я выбрал хоккей, потому что там можно усиленно тренироваться и играть в хоккей. Зачем ты уже научился? Я научился стоять на коньках и делать разные упражнения. Огромную поддержку клубу оказывает комитет по физической культуре и спорту, руководство которого выделяет тренировочную базу, организовывает поездки клуба на различные турниры. Единственной и самой большой проблемой клуба остается вопрос о круглогодичном ледовом покрытии корта, точнее сказать, его отсутствие. Нам бы хотелось, чтобы поскорее построили, набывали Ягнышева каток, чтобы мы могли тренировочный процесс выстраивать в полной мере, чтобы на 100% работать, а не 3-4 месяца, пока у нас есть лед. Надо сказать, что уже решен вопрос о строительстве спортивного комплекса. Уже закончен проект. И буквально через пару лет у города Ленска появится круглогодичное ледовое покрытие. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.